Вот нынче такой глюк. Справа это я. Да-да-да. Это тогда ты как сидишь-то? Я на стволе прям сижу, прям на стволе. И наблюдаю, вот ты ко мне сзади подошел. Да-да-да-да. Вот я к тебе. Ай-яй-яй, вот такой глюк непонятный. Сейчас буду честь отдавать, со стороны себя вижу. Ой, блин. Как это вообще происходит? По-моему, не? Не знаю, вот так заглючило. Майдей, там вот с юга бы подойти на этот может, город. Может, я попробую поехать? А, ну да. Да, да, я знаю, с другой стороны зайду. Я могу бегать. Вот он я. О! Ура! А, ну я сел на водителя просто, называется. А я все равно замкнул. Я все равно себя вижу. Да уж. А, я теперь... Я не вижу. Погоди, а кто так головой мотает? Я на тебе сижу. Я ж в рифте. Как так? Ну подойди ко мне. Во, я на тебе сижу. Что? Что, слезь с меня? Слезь! Значит, смотри, что делаем. Мы сейчас с тобой идем воевать так. Ты идешь за мной, а я иду. Пошли. Это видео будет. Кошмар. Просто это ненормально. Два наркомана. Куда ты идешь? Не знаю. Слезь! Не шатай, я потеряю себя. Дай я развернусь к тебе, поздороваюсь. Погоди, а как тут управлять? Так, спрячь оружие. Повернись. Так, есть. Ура! Ты меня слышишь? По губам читай. Да-да-да, читай. Так, понял. Кошмар, блин, что делать? Ну, попробую в танк залезть опять. Так, я себя теряю. Давай-давай-давай, я веду прям за тобой. Давай-давай, пойду попробую сесть в машину, что ли. Сядь вон в квадроцикл, в квадрик сядь, в квадрик. Ближе. Тихо, тихо. Все, остановись, я буду пробовать. Знаешь, как управлять сложно, как будто... Давай вот так вот встану, вот так вот, давай. Так. Нет. То чувство, когда ты думал. А давай я подойду, может, ты сможешь. А давай я вот сяду. Ну что, ты можешь ездить, я буду на тебе. Я на коне. Это бардак какой-то. Земля, у вас там очень много противников. Я не знаю, около 30. Какой? По технике пока работаем. 12 ракет осталось. Давай в голову. Правда, у тебя. О, не, у тебя оружие это не видно, но. Вот Арабелла, там реально много техники, я туда не подлечу. Дай свой пистолет. Левее бери, левее такая. Не знаю, выкинь. Левее между гор пройти, горой прикрывает. У меня уже весь радар светит. Понимаешь? То есть сейчас метров 500, может километр вправо и... Я живой. Давай с Маргоса, с юго-запада, да, с Маргоса зайдем. Я стрелять даже не могу, помогите. Что с тобой? Боже мой! Ты это видишь? Я это снимаю даже. Я тебе позвоночник переехал. Там в основном танки, наверное, бронетехника, а ПЗРК-шек может нету. В заднице застрял. Все, я встал. Убегаю. Меня, куда? Смотри, ты 8 пилот, танков, решай. Мы насчитали 8 бронемашин. Ракеты что-то не берут их эти. По две ракеты на них нормальный удар. Массовый расстрел в одном разе, киловольт. Ты меня не слышишь так сейчас, нет? Может, они дымы вот, пускают? Видишь, я на тебе сижу, а ты меня все равно не слышишь. Бред, конечно. Бред. Призрак. Дары их должны брать. Зачем? А, я собаку задавил. Зачем ты собаку? Я это все записываю. А мы не нарами стреляем, ракета даже. Ой, блин, меня Эндрю бьет. Вот Даггер, туда бы в низинку бы сел. И гору бы спереди прикрылись горой, зашли бы на нее. Бери натовское, бери... О, вижу, все, поехали. Смотри, с такой высоты скатишься, или зависнем и спрыгнем по веревке. И в низинку сесть. Я все будет, не волнуйся. Ну-ка посмотри, кто стреляет. Не видно там. Ну нет, где-то туда, это с пулемета кто-то напасть. Мне надо знать, кто там сидит, где. Страшные люди. Будто вертолет сломался. Так, ты тоже не... О, вон весельчак сидит. А кто это стрелял? Фамилия, имя, отчество. А, вот, Брогрет.
прогрел. Сейчас я его выгоню. Большой бомбояж. Я за убийство своих... Чувак, ответь. Я слышу тебя, я сейчас его выгоню за убийство своих. А, он ушел. Он ушел. А, присоединяется. Сейчас. А, отсоединился. Короче, я уже все, черный экран, ты возродился. Какой танк видно, по крайней мере, один. Все, я вообще пустой. Я не знаю. Иди застрели меня, что ли, съезди.